Визуализация посредством, во-первых, записи. Для меня цифровой надписи помогает быстро узнать дату, в каком году был построен дом. Градиент помогает комплексно взглянуть на развитие городской застройки. Цифровое кодирование позволяет найти группу зданий по определенным характеристикам, например, по стилю постройки. Это проект, который был сделан до проекта еще в прошлом году. Здесь реализован первый вариант визуализации, то есть просто надпись на доме. Позволяет в общем взглянуть на квартал, например, здание 2009 года соседствует с зданием 19 века. То, что основная улица застраивалась в 9-11 годах, есть накопление зданий 35 года. На основе данных, на основе базы данных по капитальному ремонту я конвертировал эти веса в GeoJSON и загрузил его на карту другие. Со скриптом мне помог Илья. В основном я делал все сам. На данный момент загружено 8000 адресов. Здесь много пробелов, но есть над чем работать. Но в целом уже видно картина, то, что в домах 19 века. В центре на Петроградской стороне дома начала 20 века. Тоже это конец 19 века. Здесь уже советская застройка, где-то есть новостройки, совсем светлые. Так это выглядит. Сейчас 8 тысяч. Дальше. Вот это уже реализация, как бы, с помощью скрипта. Нанес первый слайд был вручную, а это с помощью скрипта. Здесь вот где-то криво, где-то могут быть ошибки, но это надо дорабатывать. Дальше. Это... Показывайте онлайн. Ну, покажите онлайн. Первый. Можете его увеличить, приблизить. Интернет позволит? Пока мы подключаемся, можно вопросы задавать. А какой самый старый дом в базе? В базе 19 века, но вообще у нас... Домика Петра там нет? Нет, я использовал городскую базу пока. Его капитальному ремонту не подвергался. Но в дальнейшем и домик Петра будет. Потому что самый старый. Ну окей, вопросы тем же. Сначала тебе нужно. Визуализация с помощью градиента, вторая визуализация с помощью надписей, третья это визуализация с помощью цветового кодирования. То есть занести, отметить дома. Спасибо, был вопрос, какую проблему? Да, какую проблему вы планируете решить? Ну, во-первых, просто найти адрес постройки дома, в котором вы живете, и остальных домов на этой улице. Во-вторых, например, если делаем третий слой, третий вариант с цифровым кодированием, то человек, не знающий русского языка, сможет найти, например, в Петербурге здание советского авангарда или сталинского ампира. Планируете ли вы как-то использовать это приложение для, например, общественных компаний в защиту архитектурного облика города? Ну вот конкретно это не так легко использовать, но есть подобные
идеи вот, по реализации для защиты по, например, расчету зеленой зоны, то есть 16 квадратных метров зеленой зоны общего пользования человека можно. Можно такую же карту сделать по количеству жителей в доме и от этих домов считать зеленые зоны необходимые и прочее, например, детские сады, нагрузку на улице и прочее. Уже есть еще мне карта. Ну, в данном случае это не очень. Просто к тому, что если у вас 18-19 века здание, то, наверное, неправильно было бы всовывать туда, строить туда 20-этажное здание. Конечно, неправильно, но что за 20-этажное. Теперь есть доказательная база. Можно, ну, да. Еще один последний вопрос. Члены жюри, есть ваш вопрос? Я правильно понимаю, что вот данные о датах постройки домов из одной базы данных брали и с OpenStreetMap, в эту информацию не получали, тем более не просили за это типа CityWall? Нет. Сетеволс я читаю, интересуюсь. А вообще есть единая база реформы ЖКХ, вы оттуда не брали данные? Там есть все, все дома России. И Санкт-Петербург в том числе. Мне казалось, именно оттуда и базы, потому что другие базы начинают что-то не помню. Я видел эту базу, но она тоже. Еще вопросы?